Здравствуйте! Сегодня мы будем делать выкройку с готовой юбки Гаде. Вот такая вот юбочка. Это юбка фирменная. Я ее не шила, принесли мне ее в ремонт. И я подумала, почему бы не сделать выкроечку, не показать ее вам. Это не просто Гаде. Клинья идут, но я бы сказала винтом таким. Вот клин. Вот так он изгибается. И вот таким образом. И вот следующий клин заходит вот сюда. Итак, что нам для этого надо? Юбочку раскладываем ровненько. Благо, здесь нет никаких выточек вверху, поэтому клин ляжет на стол ровненько. Сверху накладываем целлофан, закрепляем булавочками и фломастером или маркером обводим по швам. Вот таким нехитрым способом можно сделать выкроечку. Разложили, булавочками скрепили, по швам провели фломастером. Ну и теперь вырезаем. Вот так легко и быстро мы сделали выкроечку на юбочку Гаде. Ну вы спросите, как же с размерами? Значит, все клинья одинаковые, что впереди, что сзади. Оно так и красиво смотрится, и легко кроется, поэтому не надо лишнего заморачиваться. Как обычно в юбках, там заднее полотнище идет шире. Здесь все клинья одинаковые, поэтому расчет очень простой. Объем талии делите на 6 клиньев. Это получается у вас клин вверху, там где талия. По бедрам объем бедра делите на 6. Это будет клинья по линии бедра. Данная юбочка длиной 94 сантиметра. И клин внизу почти 50 сантиметров. Вот такое видео. Надеюсь, оно вам будет полезным. До свидания. Всего доброго.